Хоть бы разок слетать в какое-нибудь милое место. Нафаш и ее стая отправились в ледяные пустоши, чтобы сражаться с протосами. Я не знаю, захочет ли она присоединиться к нам по доброй воле. Время от времени на этой луне случаются ледяные бури, вызывающие мгновенное похолодание. Одна из них скоро начнется. Во время бури температура падает настолько стремительно, что почти вся тепловая энергия мгновенно рассеивается. Бури быстро заканчиваются, но пока они бушуют, твои войска будут заморожены. Я чувствую присутствие местной фауны. Из матриархов этих животных можно получить достаточно сильную эссенцию, которая поможет нам адаптироваться к холоду. Покончим с этим. Мне надо найти матриарха Урсадонов и получить ее эссенцию. Я иду. У нас мало времени. Это мой мир. Вперед! Рой не знает усталости. Вперед! Я иду. Я сокрушу любые преграды. Этот зерг дикий. Его не контролирует никакая высшая сущность. У нас мало времени. Тебя никто не спрашивал. Что теперь? Покончим с этим. Это мой мир. Рой не знает усталости. Еще один дикий зерк. Что-то здесь не так. Говори скорее. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Я иду. Это мой мир. Выкладывай. Рой жаждет крови. Скоро начнется ледяная буря. Надо найти матриарха Урсадонов. Покончим с этим. Это мой мир. Я сокрушу любые преграды. Я слушаю тебя. Рой не знает усталости. Да? Началась ледяная буря. Войска заморожены. Урсадоны. Их матриарх поблизости — сильная эссенция. Поглотить эссенцию местной фауны. Рой будет защищен от холода. Ледяная буря почти закончилась. Никто не спрашивал. Вперед!
Эссенция ассимилирована. Рой стал устойчив к сверхнизким температурам. Превосходно. Я чувствую, что база на Фаш где-то рядом. Что теперь? У нас мало времени. Это мой мир. Я иду. Раненые тараканы могут закапываться, восстанавливать здоровье. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Стая на Фаш. Протосы уничтожили ее. Я пробужу этот улей. Протосы почувствовали пробуждение улья. Они знают, что мы здесь. Королева клинков! Ну что с тобой? Ты слаба. Ты снова стала человеком. Протосы. А я все думала, когда же вы покажетесь. Мы должны отправить весть на Шакурац. Они пришлют золотую армаду и уничтожат тебя. Иша, скажи мне, что протосы вне зоны досягаемости Шакураца. Так и есть, моя королева. Но у них есть шпили пси-связи, которые могут усилить их способность к псионному общению. Тогда мы уничтожим эти шпили, прежде чем протосы смогут их активировать. Рядом есть еще матриархи. Добыть эссенцию, повысить боеспособность Роя во время бури. Боеспособный Рой — это хорошо. Если выдастся возможность, я обязательно займусь матриархами. При выполнении этих задач ты будешь становиться сильнее. Наносимый урон, запасы здоровья и энергии будут увеличиваться с ростом уровня. Задержите ее! Навяжите ей бой! К улью приближаются протосы. Нам нужно больше минералов. Да. Скоро начнется ледяная буря. Пока она не закончится, протосы будут уязвимы. Протосы беззащитны. В атаку! Покончим с этим. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Вперед! Это мой мир. Я иду. Рой не знает усталости. Это мой мир. Рой не знает усталости. Вперед! У нас мало времени. Покончим с этим. Я иду. Я сокрушу любые преграды. Я иду. Это мой мир. Новая порция эссенции. Полезно. Улучшено зрение в условиях ледяной бури. Больше надзирателей позволят создать большую армию. Рой жаждет крови.
У нас мало времени. Погонь. Ледяная буря почти закончилась. Мы столкнулись с противником. Рой не знает усталости. Атакует улей. Я иду. Покончим с этим. Говори скорее. Рой жаждет крови. Это мой мир. Вперед! Рой не знает усталости. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Нам нужно больше минералов. Приближается ледяная буря. Разразилась ледяная буря. Нужно пользоваться моментом. Уничтожить протосов. Я иду. Покончим с этим. Это мой мир. Говори скорее. Рой не знает усталости. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. Вперед! У нас мало времени. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Это мой мир. Ледяная буря почти закончилась. Твое время на исходе, Керриган!
Скоро сюда прибудет Золотая Армада. Я иду. Вперед! Скоро начнется ледяная буря. Выкладывай. Началась ледяная буря. Протосы беззащитны. В атаку! Рой не знает усталости. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. Это мой мир. Рой не знает усталости. Я иду. Это мой мир. Ассимиляция эссенции закончена. Рой приспособлен к боям во время ледяной бури. Я стала сильнее. Покончим с этим. Буря заканчивается. Через мгновение начнется буря. Ледяные бури становятся короче. Они больше не дают сильного тактического преимущества. Говори скорее. Вперед! Ледяная буря. Покончим с этим. Я иду. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Улучшение завершено. Сокрушу любые преграды.
уничтожен. Даже если ты уничтожишь шпили, мы сумеем передать весь на Шакурас. Иша, мне нужен инкубатор. Буря заканчивается. Я иду. Тебя никто не спрашивал. У нас мало времени. Скоро начнется ледяная буря. Что теперь? Войска протосов заморожены. Прошу любые преграды. Улучшение завершено. Ледяная буря ослабевает. Наши войска атакованы. Прежде чем атаковать войска протосов, нужно дождаться ледяной бури. Рой жаждет крови. Покончим с этим. Я иду. Атакуешь Финга. Атакованный. Вперед. Скоро разразится буря. Говори скорее. Я сокрушу любые преграды.
Улучшение завершено. Буря начинается. Скорее. Остался еще один. Сопротивление бесполезно! Воины Шакураса одолеют тебя! Ледяная буря подходит к концу. Покончим с этим. Начнется ледяная буря. Били уничтожены! Отступаем! Экспедиция протосов не сможет связаться с Шакурасом. Теперь им неоткуда ждать помощи. Моя королева, мы захватили пленницу. Она говорит, что занимается исследованиями. Я не давала приказ брать пленных. Она была нужна Абатуру для вскрытия. Зачем? Он не сможет использовать генетический материал протосов. Ему нравится пробовать. Не убивайте ее пока. Возможно, я смогу найти ей применение. Моя королева, теперь в своих покоях ты можешь изменить набор активных способностей. Стая Нафаш снова стала частью Роя.
Когда протосы напали, Нафаш вернулась на подготовленную позицию в пустошах. Протосы отправились за ней. Она была умной, осторожной и упорной. Но она сделала одну ошибку. Сбежала. Хорошо ли проходит охота, моя королева? Слишком много крови. Протосы убили бы тебя, если бы у них была возможность. Они не зерги, а это означает, что они враги. Все так просто. Для зергов – да. Чтобы моя королева не потеряла, она приобрела важную вещь – чистоту эссенции. Ты – воплощенная воля зергов. Зерги с протосами грызутся за кусок льда. Что вы здесь делаете? Изучаем Луну. Пытаемся выяснить, можно ли изменить скорость ее вращения и улучшить климат. Понимаешь, мы обычные колонисты, а ты убиваешь нас. Если я оставлю вас в живых, вы тут же призовете Золотую Армаду, и тогда мне конец. Убить тысячи, чтобы спастись самой? Это твое оправдание? Я не пытаюсь найти оправдание. Здесь нет правых и виноватых. До этого протосы убили миллиарды зергов. У всех нас руки в крови. Может, мои по локоть, а твои по запястье. Но все равно мы обе убийцы. Это твои персональные покои. Здесь можно изменить нейронные пути и подготовиться к битве. С ростом силы перед тобой будут открываться новые, более мощные способности. Их набор может быть изменен в любой момент.
Что это за звуки? Неудачные эксперименты. Переработка в биомассу. Медленный процесс. Мог бы сначала убить их, чтобы прервать их мучения. Напрасные усилия. Существа скоро погибнут. Боль не имеет значения. Абатур, когда ты говоришь подобные вещи, я почти вспоминаю кое-что о тебе. И чувствую злость. Злость – результат воздействия адреналина, реакция на угрозу. Я не представляю угрозы. Злость напрасна. Не тебе это решать. Протосы все еще пытаются предупредить Шакурос о том, что мы здесь. Они готовятся запустить челноки на Шакурос через канал искривления. Протосы готовят челноки к запуску. Канал искривления. Но куда же он ведет? Я чувствую миллионы протосских разумов. Это Шакурос. Если хотя бы один челнок пройдет через канал, то на Шакуросе узнают о том, что мы здесь. Значит, нам нужно разрушить канал. Нет, на Шакуросе это заметят. Единственный выход — сбивать челноки протосов. Гидролиз, кинофаж. Абатур, ассимилируй их эссенцию. Гидролиз воссоздан. Возможно, мутация из личинки. Мне нужно больше гидролизков, чтобы уничтожить челноки. Да? Это мой мир. Чтобы уничтожить вражескую авиацию, нужно создать больше гидролизков. Нам нужно больше надзирателей позволят создать большую армию. Моя королева, протосы запустили челнок. Он направляется к каналу искривления. Какой сюрприз. Что ж, нужно сбивать его. У нас нет выбора. Выкладывай. Я слушаю тебя. Покончим с этим. Я сокрушу любые преграды.
Тебя никто не спрашивал. Атакуйте улей! Наши челноки должны прорваться! Эта планета станет вашей ледяной могилой. Да? Моя королева. Протосы занимались сбором биологических образцов. Они хранятся в этих стазисных камерах. Если получится, мы уничтожим эти камеры и получим биомассу. Запустили еще один челнок. Его сопровождают боевые корабли. Ты нас не остановишь, Керриган! Покончим с этим. Протосы собирают силы для атаки на наш улей. Больше мне нравится.
Протосы снова запустили челнок. Он движется в неизвестном направлении. Они открывают другие каналы. Я чувствую еще как минимум два. Тебя никто не спрашивал. Вперед! Я иду. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Да? Это мой мир. Улучшение завершено. Я сокрушу любые преграды. Наши войска атакованы. У нас мало времени. Я иду. Говори скорее. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Что теперь? Покончим с этим. Наши войска атакованы. У нас мало времени. Я иду. Наши войска атакованы. Это мой мир. Много биомассы. Хорошо. Можно использовать для улучшения роя. Не хватает надзирателей. Тебя никто не спрашивал. Рой жаждет крови. Вперед! Рой не знает усталости. Мы уничтожили еще одну камеру. Интересно, что протосы делали с этой биомассой? Протосы запускают челноки с новой базы. Что ж, это усложняет нашу задачу. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Вперед! Покончим с этим. Это мой мир. Я сокрушу любые преграды. Атакованы.
Я слушаю тебя. Покончим с этим. Это последняя стазисная камера. Изучу биомассу. Поглощу. Смогу улучшить рой. Тревога! Твои войска приближаются к вражеской базе. Выкладывай. Я сокрушу любые преграды. Вперед! Рой не знает усталости. Это мой мир. Теперь они запускают по два челнока. Упрямые глупцы. Говори скорее. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Это мой мир. Покончим с этим. Вперед! Наши войска атакованы. Я сокрушу любые преграды. Не знает усталости. Я чувствую псионную матрицу протосов. Твои войска приближаются к вражеской базе. Покончим с этим.
Альянса запускают новые челноки. Скоро Золотая Армада двинется сюда, чтобы стереть тебя в пыль. Покончим с этим. Рой не знает усталости. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Рой не знает усталости. Месторождение минералов выработано. Выкладывай. Вперед! Я иду. Это мой мир. Покончим с этим. Вперед! Эсперновый крейсер иссяк. Рой не знает усталости. Я иду. Месторождение минералов выработано. Покончим с этим. Месторождение минералов выработано. Я сокрушу любые преграды. Покончим с этим. Месторождение минералов выработано. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Это мой мир. Я сокрушу. Один пусковой комплекс уничтожен. Протосам придется использовать другие комплексы. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Покончим с этим. Протосы запускают новые челноки. Еще один пусковой комплекс уничтожен. Вперед! Это мой мир. Я иду. Я сокрушу любые преграды. Покончим с этим. Я иду. Вперед! У нас мало времени.